Сейчас посмотрела чудесное видео. Какой-то русский приехал в Казахстан и высказывался в социальных сетях плохо про Казахстан. Называл как-то там плохими словами казахов. И они нашли его, подошли, дали закурить. Вот, а потом очень сильно ударили. Вот, он упал. В крови что-то лежал, долго боялся встать. Вот, потом они сказали, будешь извиняться на видео перед казахами. Вот на этом дело закончилось, потому что, мне кажется, мужик еще не хотел извиняться, они там с ним дальше начали работать. Я что хотела сказать, что русские, вы же когда будете вползать на коленках в другие национальности, вы будете тихо-тихо лежать в сторонке, как коврик. Не дай бог вам где-то высказаться, что вы там думаете о национальности. Не дай бог кто-то о вас узнает, о вашем мнении. Поняли? Вы, конечно, можете зайти в какую-то там страну, в какой-то народ, но вы побыстрее должны начать и учить их язык, следовать их обычаями, их обычаям и полностью раствориться в их культуре. Поняли? Иначе вас будет ждать такой же конец, как у этого мужика.